Всем доброго времени суток. Сегодня пойдет речь о магнитоле с AliExpress за 1000 рублей. Магнитола пришла мне вот в такой вот коробке. Правда, почта России не очень сильно ее пожалела. В комплекте шла инструкция на английском языке. Пульт дистанционного управления. Кстати, в пульту уже установлена батарейка. Два ключика для вытаскивания магнитолы из панели. И, в принципе, сама магнитола. Магнитола у нас вот такая вот коротенькая. Здесь у нас есть USB. Вот так он открывается. Вот на USB. AUX. Слот для SD-карточки. Bluetooth. На задней панели у нас вход для антенны, два линейных выхода, сам штекер. Магнитола коротенькая, компактная. Владелец заявил, то, что в ней 60 Вт на 4, даже написано на панели. Ну, мне кажется, здесь навряд ли будет 60 Вт на 4. Ну, в общем, ладно, не суть. Магнитола пришла мне ровно за 14 дней, очень быстро. На тот момент цена ее была 985 рублей с копейками там. Ссылочка на нее будет в описании, если хотите, заказывайте. Давайте сейчас установим и будем ее тестировать. Так, магнитола у нас подключена. Что у нас? Ну, давайте вставим флешку. Пошла загрузка. Все, песня у нас заиграла. В меню у нас есть такой вот простой эквалайзер, басы плюс-минус, высокие частоты, баланс правый-левый, перед-зад, тон-компенсация и предустановленные эквалайзеры. Такие как классик, рок, поп и так далее. Давайте ставим SD-карточку. Также пошла у нас загрузка. Все, как вы можете видеть. Я думаю, AUX проверять смысла нет, если есть Bluetooth. Так что никаких проводов. Давайте подключимся к самой магнитоле. Включим Bluetooth. Car Bluetooth. Все, Bluetooth on. Переключим. Давайте покажу, что пульт работает. Переключим на Bluetooth. И включим песню. Давайте проверим дальность. Все, вот начинает попадать. Ну, довольно-таки далеко, метров 15-20. Я думаю, для такой магнитолы за 1000 рублей, думаю, вполне себе нормально. Что по поводу разговора по Bluetooth? Сейчас я позвоню на магнитолу, точнее на свой телефон. Ждем вызова. Ну и попробуем побалакать. На панели высвечивается у нас номер телефона. Давайте примем. Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Это федеральная миграционная служба, вас беспокоит. Ага, что вам надо? Когда налог за магнитолу вернете? За какую магнитолу? На которую вы сейчас снимаете обзор. Ой, извините, я не туда попал. Ну, в общем, так вот.
Ну что, в принципе, минусов на этой магнитоле нет. Единственный один, это когда мы выключаем магнитолу, у нас светится панель приборов. То есть ее потушить никак нельзя, кроме как вывести красный провод на замок зажигания. Ну, я сделал это тумблером. Все, тумблер выключил, магнитола потухла. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. My life be like, yeah.